Мы прибыли к лодочке под названием... Как она называется? Приветствую, друзья! Вновь рад вас видеть на канале Minsk Family. Давайте посмотрим Firskas Finseller 35. Мы будем очень благодарны вам, если вы оставите свой комментарий, это помогает продвижению видео. Это фишинг, не фишинг, а финселлер. Финселлер 35. Смотри, какой неплохой покрашенный борт. Свежий покрашенный, к слову. Восстановлен. Все хорошо почищено. Неплохо выглядит. Сейчас залезем. Есть что-нибудь? Нет? Нет лестницы? Да, лестница вон там. Отлично. Сейчас мы поставим лестницу. Я по кругу пройдусь. Готовил его к продаже, поэтому есть вот задний якорь. Видишь, как прикольно. Теле чуть-чуть. За 12, я думаю, это офигенная лодка. В Финляндии бы ее сразу забрали. Типа они там вообще просто подмаливаются на эту модель. Ну да, она может быть имеет какие-то преимущества. А что это такое? Вот не знаю. Надо. Чем-то надо должен быть закрыт, наверное. Очень интересно. Видишь, ее освежили там, вот кейс полностью покрашен. Да, я даже знаю, кто это делал. Бабис делал. Хороший мастер. Ее везде, весь борт хорошо почищен, подделан. Очень симпатичная закрутка. Пойдем за... Так, ну все здесь подморфично и закрашено. Вот эта часть старая. Все остальное подкрашено целым, как и, собственно... Я в свои красил. Закруточка. Что-то здесь резинка какая-то вставлена в нижнюю часть. Но все отлично крутится. Очень хорошо крутится. На самом деле, извините, что против солнца. Крутится все прекрасно. Очень большой. Снаружи все четко. Ничего здесь не играет. Ну, ребята делали тут. Вот окна на резинках вот так сделано, очень красиво, как в машинах. Что мы здесь имеем? Ага, это в каюту, ну это мы сейчас поправим. Рубка жесткая. На проветривании все стоит. Лебедки. Что бы то ни было, это работает. Что бы это ни было. Очень интересно, лебедки старые. Если понадобится, мне есть. А вот классическая лебедка. Тоже все работает. Genoa Geek. Ванты в порядке, никаких засечек. Хорошие, ровненькие. Ну, жесткая рубка, это, по-моему, топчик, круто. А вот для удочки. И опять интересно, эти катушки обслуженные, щелкают. Я прям слышу, что их обслужили. Тут обслужил. Веревка. Задний якорь. Меркури 2.5 мотор к тузику. Очень большая рубка. Конечно, на ней порыбачить. Шикарнейшим образом. А вот безопасность имеется. Аккумуляторы. Подушки. Солнце. Солнечные панели, тен. Закрывается, наверное, до конца. Вот здесь вот что-то должно стоять еще. Все это. И еще и до конца закрывается. Здесь ты стоишь и крутишь. Есть второй руль, я так понимаю. Или там стоишь и крутишь, сидишь точнее. Ну, солнца здесь хватает. Расскажи еще раз, как ты сказал, ты изучал... Не, ни хера, все, прочитаешь, я потому что... Что они каждый не похожи друг на друга, и весь пластик зашит... На твои тысячи людей. В смысле? Ты же какой-то начинающий яхтсмен. Ну, хотя бы хотел бы быть.
Ну что, не хочешь быть X-меном? На самокате катаюсь. Значит, ты самокатомен или как там это называется? Тут куча всего, всякого, пока что барахлишка. О, преобразователь, инвертор. Ну тут что-то по солнцу есть и вообще кое-что здесь есть. Потому что я вижу и панели. Вижу и батареи, достаточно большие. И несколько, и раз, два, три. Вижу газовая конфорка. Да, видимо, когда красили внутреннее пространство и вынимали все. Вижу мотор. Меркури четырехтактный. Хоть и три силы, но все равно там 2,5, но четырехтактный. Это мысль. Есть Керхер, наверное, не местный. Давай. Че под поелами? Ну, хотя она стоит. Реймарин, смотри. Есть Рында. Ну тут правда дофига всего. Дофига всего на свете. Вот это вот что это такое? Это явно какой-то. А, это холодос. Смотри, как классно здесь. Ячейки. Под всякое барахлишко. Ну, понимаешь, да? Под стеклянную посуду, типа. У меня столько места нету. Вот как-то это тоже открывать должно. Ну, вот это вот, вот так нажимаешь и Подожди. О, ну как интересно. Это технический. А, ящик холодос там. Угу. Слушай, ну это тоже прикольно так. Пионер, жарко стало. Кстати, я переднюю закрыл. Здесь открыто, переднюю случайно закрыл. Давай посмотрим под поёлами. Чего не посмотреть. Все-таки. Что это такое? Это как будто что-то... Что это такое? Мокренько что-то. Это не мрается сюда. Наверное, снаружи. Баки здесь. Слушай, ну здесь днище же огромное. Тут баки внизу могут быть просто гигантские. И, ну, здесь пространство, мама, не горюй. Пространство здесь, мама, не горюй. Все подобшито такими прикольными какими-то панельками, какой-то декоративкой. Это не просто... Туалет, ну, и не знаю, технически, наверное, это даже вон откачка. Это, да, душ вон за ним. Типа, вот этот туалет с душем. А это что? А, и отдельно раковина. Чуть-чуть это проходной каюте, но в то же время это закрывающиеся части хотя бы. Кто-то уже продумал и сделал закрывающиеся двери. Что логично. Много света. Это здесь, да. Раз, два, три окошечка и еще плюс эта хрень открывается. Я тебе скажу, для маленькой передней каюты ты еще и в рост стоишь там. Да, да, я еще и что обычно стою. В нее залазит только Леша. Я 1,80 м, я даже нигде не пригибаюсь. Вот я иду. Ну, здесь негде, да. Ну, даже вот этих переходах. Да, 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 да. Нет, ты не туда головой. Ну, может, сюда. Может, попробуй так, боком лечь. Квадрат, скорее всего. Ну. А попробуй наоборот, во-первых. Потому что ты головой бьешься. Не, ну так ты, конечно, ляжешь. Это ну, вот. Вариант. Ну. Ну, так. Почему так-то? Голова, туда ноги. Ноги, а да. Головой? Да. Какая разница? Потому что, ну, вот так. Потому что ноги более узкое место. Вот сюда. Вот сюда головой один, вот сюда второй. А, и вы типа друг от друга. Ну... И вы друг от дружки, да. Типа, хрен где лежите, да? Ну, это ты имеешь в виду, что вы пара. А если ну, вы да. Чужие друг другу люди, то у вас ноги встречаются, а вы нет. Если вы друг другу чужие люди, то нихер, блядь, на лодку приходите. А еще попробовать вот так, попробуй лечь, вот так. Да, так я лежу. И причем, кто покороче, например, чуть может там лечь, а кто-то здесь. Конечно, и кокпит огромный. И здесь как бы так нормально. Кухня, туалет, душ. Ну, в целом все, что надо, вроде бы есть. Конечно, есть и работа, безусловно. Кружки, ружки. Ну, кстати, очень интересно то, что она напичкана. Она напичкана всякой утварью. Спас, да. У меня есть один, кстати. Паруса просто новый. Здесь. Этот постарше. Подремонтный. Ну вот этот прямо нульц. И он, по-моему, даже если он защита с этой, то это Генуя, значит. Солнцезащита.
Чего-то только нет, интересная лодка, мне, честно, симпатично. Денег немного, он инверторов, по всему, кстати, куча инверторов. Вот это вот для клейка, это какой-то реймарин. Что это за реймарин? Говорят, это чем чинили. А? Это чем чинили. Это да, я за ним смотрю, вот реймарин. А, это, наверное, датчик автопилота, датчик GPS. Кокпит, конечно, обалденный. Она огромная, по факту. Ну, на свои 35 глубина кокпита, вот как у меня, как бы, ты же видел, да? Тут спереди двое сидит, сзади еще четверо могут, не знаю, в бридж играть. Короче, очень классно. Это целая история по мотору, просто со всей его жизни. Перкинс, все обслуживание, где-то до 2004 года здесь все разрисовано. Старые документы. И очнись, блядь. Явочно. Старые ирландские документы. Вот такая движуха. И куча всего интересного. В общем, лодка хозяйская, интересная. Мне нравится. Да, Британия, да? Свеженький. Но даже что-то еще, какой-то, но, может, Новая Зеландия, я не знаю, что за флаг. Что морской британский флаг. В общем, вот так люди тусуются, учатся на надувных лодках, на каяках с парусами ходить. Красиво.